Привет всем! Сегодня хотела бы поговорить про питание померанского шпица. Чем можно кормить, чем я кормлю. Вот, я кормлю натуральной пищей, сухим кормом я не кормлю, как сказать, именно про натуральную пищу. Значит, пища должна быть, во-первых, такое должно быть все диетическое. Не жирная, не соленая, не острая, не сладкая. Вот. На завтрак я даю овсяную кашку, такую уже разваренную. Добавляю туда пару ложечек перекрученной или телятинки нежирной, или печенка телячья нежирная тоже, или, допустим, филе курицы, тоже не, все нежирное, понемногу, ну, мяско с кашкой где-то, может быть, один к одному можно смешивать, но именно нежирное мясо. Вот, и такую консистенцию делать жиденькую, чтобы оно было, чтобы такой, знаете, как кефир вот по структуре всю эту кашку делать. На обед даю такое что-то кисломолочное, допустим, творожок, значит, нежирный творожок, я тоже разбавляю немного с кипяченой водичкой, чтобы структура была тоже вот как кефирчик такой. Можно кисломолочный там или кефирчик еще давать. Вот периодически даю молоко обычное коровье, но от молока может слабить желудок, так что понемногу нужно аккуратно давать. Вот, значит, на ужин даю, допустим, еще даю манную кашку. То же самое добавляю вот то, что и утром. Ту же печеночку или мяско телячье, все нежирное. Вот. Но у щенка еще маленький желудок, и много в нее не влазит, то есть она может немножечко поесть, оставить. Вы не, лучше не убирать, чтобы у нее еда была в мисочке постоянно. Вот. Значит, потому что она может покушать и не три раза в день, а она может погулять, побегать пару часов, еще подъесть, подъедать вот в течение дня. То есть желательно, чтобы еда была у нее постоянно. Вот. Если какие-то будут у вас вопросы по питанию, вы спрашивайте под видео в комментариях. И если какие-то темы еще вас интересуют, тоже оставляйте в комментариях свои пожелания. Буду стараться все снимать, все выкладывать. Смотрите другие мои видео об этой породе. Все, всем счастливо!